Що дозвольте, я представлю, у нашій студії завітав Юрій Кіскало, лікар-імунолог. Юрій Ярославович, доброго ранку. Отож, давайте будемо дещо чи спростовувати, чи підтверджувати, давати поради нашим телеглядачам. Вважається, що весна такий найскладніший період для організму, тому що зима, нестача вітамінів, а вітаміноз. Чи дійсно це так? І дайте поради, як нам почувати себе сильними, здоровими і бадьорими. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители. Ну, на самом деле, все немножко сложнее, чем может на первый взгляд попытаться представить. Я не собираюсь развенчивать, как некоторые наши большие специалисты, мифы какие-то о состоянии иммунитета и прочем. Я просто хочу отметить, что слишком много факторов существует для тех, которые предрасполагают к нашей заболеваемости в конкретный период времени. И, наверное, индивидуальные факторы защиты все-таки немножко находятся на заднем плане. Скажу почему. Ну, во-первых, никто не отменял сезонной заболеваемости инфекционными заболеваниями, в частности, вирусными патогенами, респираторными инфекциями, в том числе гриппом, парагриппом, риновирусной инфекцией и все прочее. Здесь решающую роль играют факторы климатические, факторы средовые. Ну, прежде всего играет роль низкая температура воздуха и высокая сухость, низкая влажность воздуха. Для этого создаются идеальные условия для консервации вируса в среде. Любые респираторные вирусы в холодную погоду и в сухом воздухе в большей степени экспозируются, в большем количестве накапливаются. Это момент первый. Момент второй. Сухой и холодный воздух уменьшает защитные свойства слизистой, в первую очередь, полости носа, полости рта, потому что ухудшается кровообращение, там вирус более легко, не встречая местных механизмов защиты, проникает в организм. Скученность помещений, недостаточная вентиляция, низкая продолжительность светового дня. Все знают, что ультрафиолетовое излучение губительно для патогенов, в частности для вирусов. Световой день короткий, закрытые помещения, банальное стекло кварцевое не пропускает ультрафиолет, нет естественной циркуляции воздуха. Все это приводит к тому, что создаются идеальные условия для того, чтобы заболеть. Как с ними бороться? Мы же хотим быть постоянно здоровыми людьми. Постоянно здоровыми, это здорово. Максимально здоровыми. Бажати красиво неможливо захотеть. Вопрос заключается в том, значит, ну, во-первых, это по возможности избегать вот тех самых условий, при которых есть вероятность заболеть. То есть, в первую очередь, это мест общественного длительного пользования, в том числе общественного транспорта, кинотеатров, театров, закрытых помещений, проветривание, регулярная влажная уборка, использование увлажнителей воздуха. То есть это уменьшает все вот эти факторы, о которых я говорил. Занятие, активный образ жизни, занятие спортом. Физическая активность улучшает кровообращение, опять-таки уменьшаются условия для проникновения вируса. Все-таки, хто ходить до кінотеатру і хто користується громадським транспортом? Кажуть, що попив полівітамінки навесні і все добре. Так це чи ні? Ще раз говорю, в індивідуальні фактори защити грають останню роль. Скажу, чому. Ну, на сьогоднішній день все-таки у нас не екваторіальна Африка, де з дефіцитом тотальним, голодом і так далі. То есть, по большому счету, классических авитаминозов на сегодняшний день у нас нет. Не так много болезней есть, при которых действительно развивается дефицит того или иного витамина. Ну, классический пример, допустим, цинга, да? Дефицит витамина С, тут вопросов никаких нет. Иногда встречаются в пожилом возрасте так называемая макроцитарная анемия, связанная с тем, что не хватает витамина В12 или фолиевой кислоты. Все остальное, так называемые сезонные иммунодефициты, это вещь весьма условная, потому что иногда под понятием авитаминоз, то, о чем мы с вами до программы говорили, что период действительно неблагоприятный, снижение работоспособности, сонливость, утомляемость. Здесь существует очень много факторов, причем как физиологических, так и психологических. Чисто психологически, опять-таки, то, о чем я говорил, это короткая продолжительность светового дня.
нарушается биоритм. Перемены времени, летнее время, зимнее время. До отпуска, до лета очень далеко еще, да, работать надо, богато, работать да. не хочется. А метеочувствительные люди реагируют на перемены атмосферного давления. Опять-таки, снижение физической активности, ну, невозможность по каким-то причинам длительно находиться на том же самом свежем воздухе, тоже не способствует эмоциональному фону. Сбой биоритмов, целый ряд гормонов, в том числе половых гормонов, гормонов щитовидной железы, имеют тоже сезонную цикличность. Угу. Естественно, дефицит витаминов в той или иной степени он существует, но он не настолько выражен, как, допустим, в те времена, когда у нас были пустые прилавки. В период осенний невозможно было купить свежих фруктов и овощей. Сейчас этого всего много, и иногда дальше больше, чем достаточно. Вопрос просто заключается в том, насколько качественные продукты мы едим, те же цитрусовые, которые напичканы консерватами, те же яблоки, которые непонятно как хранятся и так дальше. Поэтому, естественно, определенную коррекцию питания в этот период времени проводить нужно, но она должна быть естественной. Ведь существует масса продуктов, в том числе и домашнего приготовления, та же самая квашеная капуста, тот же шиповник, та же смородина, та же домашняя консервация, которая не содержит ни ГМО, ни прочих вредных вещей, это вполне может быть способом коррекции вот этого так называемого, ну не будем говорить о витаминозе, но пусть будет гиповитамин. Тобто, не варто це говорити, да, я хочу спати, я втомився, ми на вітамінос. Ні, ми перебільшуємо трішки те, що є. Естественно, так? Естественно. Я ж говорю, здесь играет роль эмоциональный фон, играет роль короткий световой день, играет роль наши неоправданные ожидания. От того, что хотелось бы чего-то лучше, на улице хмуро, пасмурно, зябко и так далее. Значит, тут у нас мозг. Да, да, да. Ведь никто же регуляцию не отменял. И существует действительно масса веществ, которые в организм выделяются, которые называются естественными адаптогенами, естественными эндорфинами. И гормоны, те же самые стрессы, адреналин, которые имеют прямое отношение и к нашему фону эмоциональному, и к работоспособности, и в том числе и к работе иммунной системы. Вот. Поэтому это все должно все-таки корректироваться по возможности естественным путем. Что касается приема поливитаминов, которые раньше праздновалось и так дальше. Ну, вопрос заключается в чем? Во-первых, это химически синтезированные вещества. Во-вторых, на мой взгляд, коррекция определенного гиповитаминоза или авитаминоза должна быть направлена на конкретный, на недостаток конкретного витамина. То есть, допустим, доказанный дефицит витамина С, развитие цинги. Давать надо витамин С, не нужны здесь ни витамины группы В, ни витамины ПП, никакие другие витамины. То есть корректируется определенный дефект в иммунной системе. Нельзя забывать о том, что витамины после антибиотиков, местных анестетиков по степени аллергенности – это третьи продукты. Третий препарат, вернее. Поэтому здесь все должно быть сбалансировано, по возможности сбалансировано. Все должно иметь меру. И опять-таки, основное все-таки это коррекция средовых факторов, а не факторов конкретных у каждого індивідуума. Я зрозуміла. Тобто, підрезумовуючи нашу розмову, ви так лаконічно відповіли всі мої запитання, правильно харчуємося, психологічно налаштовуємо себе і що боремося з такими вірусними, не відвідуючи місця, але свіже повітря ніхто не відміняв. Ніхто. Юрій Ярославович, я вам щиро дякую, так чітко і зрозуміло. Тепер не треба спростовувати, що мене вітамінос, я себе погано відчуваю, налаштовуйтесь, будьте бадьорами і від цього настрій буде краще. Юрій Кіскало був у нас в гостях.